Выставка – это всегда интересно. А в музей-заповеднике Горки Ленинский еще и познавательно. Например, здесь, на ландшафтной зоне научно-культурного центра, можно очутиться в разных эпохах и узнать много исторических фактов. «Жемчужины Подольского уезда». Такое название получила эта необычная выставка. Главная цель этой выставки, конечно, познавательная. Конечно, рассказать как можно большему количеству людей о своем крае, о малой родине, где они живут, где они каждый день проводят время, не задумываясь о том, какую богатую историю имеет это место. В день торжественного открытия выставки творческие коллективы Ленинского района поздравили сотрудников музея и их гостей веселыми танцами и песнями. Большой интерес к исторической экспозиции проявил депутат Московской областной думы Владимир Жук. Я вижу, что очень много материалов представлено, очень много усадьб. Нужно все повнимательнее вникнуть. Но для себя я уже увидел, что здесь был Чайковский, например. Я об этом, вот, честно говоря, не знал. Сейчас хочу поподробнее узнать, где он был, что он тут создал в это время. И таких вот примеров, я думаю, сегодня я открою для себя лично много. Марина Чеченкова живет в Молоковском поселении не один десяток лет. Эта выставка помогла ей сделать несколько маленьких открытий в истории родного края. Мы подошли к нашему стенду. Раньше оно называлось «Село Ирининское». И вот мы увидели Василия Молокова, в честь которого названо наше село. И нас, конечно, очень порадовало, что храм наш казанский присутствует на выставке. И информация о нашем селе, вот о Василии Молокове, о его перелете полярном, где они спасали челюскинцев. Выставка «Жемчужины Подольского уезда» будет работать на постоянной основе. Вход для посетителей музея, заповедника бесплатный. Анастасия Воронина, Константин Брылов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».